Сегодня Международный день шахмат. Несмотря на всю видимую простоту, шахматы считаются одним из самых сложных видов спорта. Это одновременно и интеллектуальная игра, которая разворачивается на черно-белом поле. Подробнее Камила Слопогарова. Вот уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Не исключением стал и шахматный клуб «Дебют» в Черкесске, где собрались юные игроки. Самому младшему Адаму 4 года, но он уже твердо уверен, что хочет всегда побеждать. Очень я люблю побеждать. Цель игры – поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Мне нравятся шахматы тем, что это очень занимательная игра. Она не просто убивает время, а мне нравится логически рассуждать. Потому что логическое мышление может помочь очень в жизни. Все чаще шахматный клуб стали посещать дети младшего возраста, говорит тренер Михаил Жаров. Все они очень способны и стремятся только к победе. Начиная с 4-5 лет, дети способны воспринимать эту азбуку или азы древней мудрой игры. Важно сегодня, на Всемирный день шахмат, отметить именно наших ветеранов, аксакалов шахматных. Это прежде всего Сагита Карабашева из Учкекена. Еще отметим, давайте, Чащева Сергея Вячеславовича. Отметим Леонида Павловича Хащина. И поблагодарим и за их верность профессии. Мы здесь, в Черкесске, просто продолжаем традиции шахматные, которые есть. Стараемся их не потерять. Особенно в Международный день шахмат, когда по всему миру проходят различные турниры, развлекательные мероприятия и познавательные лекции. Камила Салпогарова, Нелли Тинчуринская, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Черкесск.